Чат, что ты паникуешь? Господи, мы интернет настраиваем. Да, меня, кстати, плохо слышно. Я думаю, ты это переживешь. Подожди, дай некоторое время. Интернет у нас строится, хорошо? Чья-то вот это лишь бы паникнуть. В одном ухе тише, паника. Ты бы знал, как я тебе потом сфоткаю, окей? Как у меня интернет вообще работает? Нет, не интернет. У меня все хорошо работает, кроме микрофона. Вот. Дело в том, что сейчас я сижу на стуле. То есть я перевернул спинкой к ноуту. На него поставил вебку и с нее микрофон. Потому что вебка все равно не снимается. Ничего-то произошло. Вот. И, короче, этот... На эту спинку стола я поставил этот микрофон. Вот, это настолько, короче, колхозно, что я даже прям вспомнил начало, те самые первые. И, кстати, меня сейчас слышно, ну, примерно как вот тогда, наверное. Даже еще хуже, потому что у меня еще окошко открыто, тут люди ходят. Я просто соскучился по тебе, чат, мне хотелось поговорить, поэтому поговори со мной. Скажи мне, как у тебя погода. Окей. Видео сегодня не будет, ну, то есть вебки сегодня не будет, окей? Договорились? О, опять пошли потери кадров. Так, 4,6%. Ну, вроде все. Холодно. Я вообще охренел, это правда, что в Москве там какой-то фонтан замерз? Нет? Скажи мне, чат. В Краснодаре... Ну, в Краснодаре-то понятно. Звук как в Скайриме. Звук как из жопы. Скажи, вот, ну... Звук как из жопы, окей? Не как в Скайриме, звук как из жопы, потому что у меня звук с вебки идет. Я хотел взять свой микрофон, а потом подумал, что брать его с собой это такое себе. Как ваши дела вообще? Про Москву врут? Понял. Так, хорошо. Как из бочки? Это, ну, типа, как из жопы, да. Короче, чат, расскажи мне, как твои дела, пока меня не было, что произошло за подотчетный период. Давай, отчитывайся. А плевать, мы все равно тебе рады, я тоже вам рад. Я на самом деле это включаю не просто потому, что мне хочется постримить, потому что я по вам соскучился, чат. Вот, у меня сейчас на ноуте лежит ноут, меня просто вытаскивает. Я тут типа свободное время, а у меня его довольно много, между тем, как я купаюсь, там, езжу. Вот, я сижу и играю во всякие игры, у меня тут даже Wolfenstein тянет. Но играть я его сегодня не буду, потому что мне лень, он коопный, вообще срань полная. Вот, но если у вас есть какие-то идеи по поводу того, во что можно поиграть, то вы можете мне написать. Типа, если есть сегодня, конечно, это все настрою. Кстати говоря, кто подписывается, донатит, я не вижу. У меня один экран. Я вообще забыл и уже не помню, как это стримить с одного, то есть экрана, с одного компьютера. Это какое-то такое. Вот, я приезжаю 11 числа. 11, наверное, сразу будет и стрим, потому что там всякое вот это вот. Кстати, вы слышали последние новости насчет Тёмы? В общем, где-то, наверное, дня три назад Даша такая говорит... Так Медан вот этот вот, ну, который от создателя Until Dawn, вот, типа, он же говорит только с локальным коопом. Ну, до этого еще Таня это писала. Я такой, да? И, короче, она, знаете, что придумала? Она говорит, а давайте, давай их к нам приманим. Ну, потом, короче, они будут говорить, конечно, что это была их идея. Ага. Ну вот, короче говоря, к этому Dark Medan, собственно, Тёма к нам с Таней приедет. Прикинь, чат, это будет настолько эпично. Мы ни разу в жизни не виделись, а у меня настоящий погерс по этому делу. Вот, и мы сядем в зале, я подключу ноут и типа вебку к нему, микрофон, и мы будем сидеть в зале перед проектором, играть вот это вот, отыгрывать роли. Ну и, конечно же, какие-нибудь там визуальные новеллы, вот это вот все. Это же будет просто мега охеренно круто, ну скажите. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что это просто охрененно. Вот, ну там главное, чтобы там доехать как-то сложно и тому подобное. И, короче, вот Галина офисная манье... А, это типа топ-донат. Вот. Когда поссоритесь, ну типа как приедет, так и поссоримся. У меня одного Артур в стерео качается вправо-влево. Это потому что я качаюсь на стуле, потому что мне жарко. В Анапе просто охрененно жарко. Но при этом не так жарко, как было в прошлом году. Чат, если ты там донатишь, то спасибо тебе большое, я тут сегодня не за этим, я даже не вижу этого, как вы там донатите, сабаетесь. У меня уже порядка 80 где-то сабов отвалилось, но я думаю, что когда я приеду, вы же вернетесь. Ты заходи хоть иногда, ладно? Нам же было весело вместе. Вот, и короче говоря, по сути, это самое, купаемся тут, кушаем всякую вкусную и не очень вкусную пищу, но в основном вкусную,
потому что мы просто гуляем по всяким ресторанчикам. Ну и в Краснодаре было то же самое. В Краснодаре мы были по делам, но среди прочего я весь город посмотрел. Господи, люди, которые живут в Краснодаре, они на самом деле очень счастливые люди. Город просто безумно красивый. Там еще жарко было, конечно. Ну, типа, нам было пофигу. Я люблю жару. Море теплое. Ну, да, но сейчас тоже немного прохладно, как и по всей России. А эта курица-гриль была у Даши на фото, да. Да, Фокси, здесь, короче, есть такой рынок, на котором, ну, вы понимаете, южные рынки, там просто охренеть, там столько всего крутого. Пахлава, там вот это вот, ну, много всего крутого, короче говоря. И народу просто толпы. Вот. Предатели, они уничтожены, ты что? Ни разу не виделись, ну, в смысле, Таня, твоя жена же. Белтазар, хочешь бан? Хочешь? В Сибири тепло, хорошо. Краснодар – большая деревня, Новороссийск – лучший из того же края. Бесконечный срач, Новоросс против Краснодар. А, ну ты держи в курсе. Окей. Мне на самом деле это и прикололо в Краснодаре, наверное, что у него в центре там деревня. Ну, типа, как-то это странно, но, хочешь, прикольно такое. Допустим, какой-нибудь паб пафосный, там байкер стоит, рядом какая-то халупа стоит. Идешь дальше, там небоскреб стоит, идешь дальше, опять частный двор такой. Чё вообще? Ну такое, короче, я что-то даже как-то охренел. Короче, гайс, у меня 13% потерь кадров. Будем с этим жить, и я просто на самом деле не то, чтобы сейчас хочу в Hollow Knight поиграть, я просто мне нужно было что-то запустить. Вот. Да, звуки там у меня, окно открыто, машины могут ездить. Жарко, понимаете, сейчас 30 с чем-то градусов. Вот, какой Conjuring House? Смотрю тебя с DZ Шусом и Шепардом. А я играю в DZ тех самых пор. Нормально, на 2 часика. Вы мне сейчас скажете, где там DLC? Это же, по-моему, в шатер просто нужно идти, да? А чё мне не говорите, что у меня музыка перекрикивает? А? Может, тупс? Тупс я бы поиграл, но сейчас у меня... Я вот реально после стрима сфоткаю, как я сидел тут, вы, ну, типа, поржете вместе со мной. Куда поехал-то отдыхать? Я сначала в Краснодаре был, теперь я в Анапе. И 11 числа я приезжаю. Вот, не перекрикивает. Слышно плохо. Это если только потому, что у меня микрофон сейчас не профессиональный, а от вебки, да? Да. Удели больше внимания Белоу, она топ. Ну ок, хорошо, может быть. Ну, там сейчас просто с августа начнется такое, что нам безо всяких Белоу будет топ. Я в такой период еще уехал, когда типа, ну реально круто, вот, то есть ничего не выходит особо, всякая шняга только выходила, типа этого Вольфенштейна нового. Тебя норм слышно, но ну, я ж настраивал, я ж не просто так, у меня всегда все настроено, и даже вот учитывая, какие у меня здесь условия, я все равно себя чувствую вполне себе комфортно. Потому что что? Правильно, потому что стример профессионален. Когда свершится великая коллаборация? Ну, я тебе не скажу точно даты, потому что их даже еще Тёма не знает. Но, короче говоря, вот он там собирает на билеты, если... если все будет нормально, когда я приеду, тоже дособираем ему на билеты обратно там, ну вот. Типа потому что это нужно было. Там монтаж от Лори вышел. Да я бы его сейчас посмотрел, но я не помню, как в ОБС открывать окна и через них смотреть. То есть у меня же все по-другому настроено с двумя стримерскими компьютерами. О, Art Games LP. Тут, я думаю, что-то тошнить начало. А это и этот пришел. Слышно хорошо, лучше, чем в Уфе, так бан этому человеку. Я шучу, конечно. Нужен второй ноут. Слышишь? А хочешь, я тебе скажу что-нибудь неприятное? А это я и пришел, ага. Тёма, я, короче, говорил как раз про то, что вы к нам едете. Вот. И сказал, что это была наша идея. Вы можете говорить, что это ваша идея, а мы будем говорить, что это наша идея. Так? Самое главное, что, типа, я тебе вчера уже прислал список того, где тебе нужно будет вписать, что из горящего ты пьешь именно. Планы спалили. Но дело в том, что как бы он это уже делал. Даша хлопает, как я не знаю кто. Сквозняк. Ага. 40, короче, ну да. Там Вот. сквозняк был, простите, чатик. Тут даже Даша слышно. Видите, какой профессиональный микрофон? Так я подошла. Ага. Вот, Даша сейчас не может в интернете сидеть. Ну, типа, потому что интернет вообще падает постоянно. Но сейчас вот вроде как не падает. Со скуки пойду читать классическую литературу, которая у мамы тут лежит. А ты могла бы чат открыть просто и все. Я боюсь, что у тебя интернет Но пропадет. мы заодно и проверим. Я забыла тебе хост дать, кстати. Ну как теперь жить? Даша. Почему Дашу слышно лучше? Потому что Артур сидит и шепотом разговаривает, а когда он дома, он орет. Даша, ты потом этот...
Сфоткаешь меня в каких... Я им объяснил. В каких условиях? Да, я тут повернул стул да, задом сейчас наперед. Я сфоткаю. Сейчас не надо, сейчас, потому что я еще не потный. Вот. Чат тоже относится к классической литературе. Там трусы Локи. Мои лежат, убери только. Это не трусы, а. Ладно, пусть. Дашу лучше слышно. Ну, типа, если я вебку от себя уберу, то она встанет на ноут, это такое тоже. Слишком близко к микрофону, как будто... Да нет, нет, я думаю, нет. Я сначала, короче, этот микрофон с вебки вообще прицепил к своей футболке, а потом понял, что это тупо. Ну, как ты, и поэтому прикрепил к это... Блядь, я уже отупел. К чему... А, к спинке стула, во. Но потерь кадров, они как-то то есть, то нет, я не знаю. Короче, вебка не выйдет, уже говорил, да. Вебка не показывает, вебки не будет. 5 минут с чатом и отупил, действительно. Голос совсем другой. Да. Это сейчас, если что, я пальцем задел стул, а не пукнул. А то вы можете, как обычно. А чё, микрофон не взял? Да у нас потому что и так вещей было. Мы в каждую поездку с собой берем кучу вещей, еще туда микрофон класть. Это типа такое, ну реально тупо. Можно еще гостинцы добавить. Ты с мобильного интернета подрубил? Нет, я думаю, кстати, с мобильного может быть и получше было, но мобильный интернет, он типа с дропами жесткими идет. Вот, но... А ты проверял? Ну, я просто по спид-тесту его прогонял, он в Краснодаре меня пипец выручил. Да ладно, оно как бы работает, и ладно. Давай я лучше тебе точку доступа подрублю сейчас. Не, не надо, ты этот телефон взять. В смысле сядет, он у меня подключен. А, нет, он у меня не подключен по USB. Так там еще 60%. Давай я подрублю тебе. Чат. Микрофон норм, всем нравится. Не успокаивай меня. Я знаю, что он не очень. Но меня устраивает. А я сейчас послушаю. Я реально просто поговорить с вами пришел, по большей части. Я сейчас наушники свои включу, послушаю. Так, я тебе точку доступа раздачи с микрофона мобильного. Да, с мобильного сложно этот. Так, я подрубил точку доступа. Сейчас я включу обратно чат. Боже, чат на белом фоне на телефоне. Это такая срань. Короче, этот, как его? А может быть и буду. Вы слышали Дашу сейчас, кстати говоря? Чё? Мы тоже соскучились. Ладно, бывало и хуже. Чё не настроил? Нормально, она только так работает. Вы даже так слышите Дашу, да? Ага. На телефоне есть дарк тема. А ну-ка, сейчас я поищу. Я мог бы с телефона вебку включить, но там, короче, два варианта подключить телефон как вебку и как микрофон. Там бы я проверил, там типа качество звука намного лучше, понятное дело. Но типа там либо по Wi-Fi через определенную прогу. Я подключал, она весь Wi-Fi жрала, интернета тупо не было. Либо по USB, но по USB я так и не смог подключить, хотя там вроде все сделал, и драйвера USB-шные скачал. Так что, короче, пришлось вот так. Так, не вижу я вашу черную тему, так что кто-то опять обманывает, походу. Кто подписывается, спасибо, я не вижу, кто там подписывается, поэтому чатик, ты просто ставь там плюс один, вот это вот все, ладно? Давай как на видосах, YouTube вступительная речь, атмосфера. Ну, это, в общем, это игра Hollow Knight. И там, типа, ты бегаешь... Короче, погнали играть уже. Я что-то хочу играть, на самом деле. Сейчас вы мне скажете, где находится этот DLC. Но, по-моему, это просто в шатер надо идти. И я думаю, что все будет хорошо. Так, где тут микшер? Вообще, вы знаете, для меня такое открытие. Ноут на винде, это очень удобно, оказывается. У меня все время просто был Apple-овский. А он... Все-таки больше для работы не подходит. А вот это подходит. Да. Угу. Так. Во. Во. Сегодня мы будем играть в Hollow Knight? Да. Я, кстати, боялся, что у меня сейвы все потрутся. Но вроде как нет. Сразу скажете, если игра громко там или тому подобное. Там два контентных. Одно в шатер, а другое в канализацию. Пошли в шатер. Боже, я уже не помню эту игру. Так. Так. А, у меня нету никакого подсоса. Фух.
Я сегодня недолго, наверное, буду стримить. Это по большей части тестовый стрим. Если начнутся жесткие дропы, вы мне пишите, окей? Сейчас они не жесткие, поэтому это громковато. Громковато, чат? Вообще не помню. Игра громче тебя. Может, это хорошо, тогда этот микрофон не будет слышно. Так. Вы знаете, насколько... Я вообще не понимаю, почему у нас здесь Streamlabs OBS. Он, типа, очень громко игру захватывает. И она... Мне на 48 дБ приходится в источнике убавлять громкость. Мартур. Что? Мартур, все нормально. Ага. Так, ну вот ты чуть-чуть убавил. Вот так. Ты прям смотришь? Я даже если шепотом говорю, слышно. Ну что поделать? Вот теперь вы будете слышать Дашу. Даша, не издавай каких-нибудь звуков. Страшных или странных там. Нет, нельзя. Че она сказала, чат? По-моему, вы лучше меня слышите, я в наушниках сижу. Ну, в таких ниточках, как у Willow Games. Я сейчас красивый. Если не потный, конечно. А так красивый. А, нельзя, говорят. Чат разрешает. Даша, чат разрешил тебя. Так, я не помню, куда идти, как оно все работает. Но сейчас меня вломят, да? Это то, что мне нужно сейчас. Подожди, а тут же как-то перемещаться можно. А я не помню, как... А, вон туда надо идти. А, ну это тогда тут... Что? Я ничего не слышу. Говорю уже вслух. Они все равно слышат лучше меня. Я не забыл. Я сказал, что когда приедем... Сейчас я просто ни хрена не вижу вообще, кто там и что делает. Тебе нужно амулет надеть на... Так, короче, тихо. Сейчас все будет. Видите, руки-то помнят, реакция-то все равно молниеносная, типа стример MLG, поэтому все будет хорошо. Тебе нужно надеть амулет, мрачное дитя, и пойти... Так, давай мы сначала в шатер пойдем, окей? Спасибо всем за сабы, ресабы, и что вы там еще делаете, я забыл на этом твиче. Кстати говоря, вы верите, что ниндзя заплатили 932 миллиона за то, чтобы он пришел на миксер? Мне что-то интересно. Многие реально в это верят. Я иду в шатер, чат. Иду в шатер и понемногу вспоминаю управление. На миксер когда? Миксер, кстати, прикольная платформа, но использовать я, конечно, не буду. 50 же говорили, кто говорили? 932 ляма на 6 лет, так что да. Чувак, ну тут, блин, столько даже этим не платите. Хотя ладно, забей. Чужие деньги считать. Ну просто кто-то реально верит. Угу. Хотя, если заплатили, то, типа, ну, окей. Министры меньше зарабатывают. Да. Сейчас вам бюджет заплатили какой-нибудь банановой республики. Кстати, это шатрей был. Надо надеть амулет и ходить по карте. Там красная. Короче, я не могу сейчас так активно чат читать, потому что у меня на телефоне. А телефон у меня лежит. Вот. И поэтому, соответственно, не пишите так много. Что? Так, когда ты разговариваешь, слышно шум. Ты настраиваешь что-то? Ну да, тут по-другому не сделаешь. Вот ты стримапсы? Да. Фильтр включил? Да. Точно? Да. Это такая камера, она... Тут ничего не сделаешь с ней. Вот. Форточку починил, вкусняшек. А, это уже сабы там. Я тут сабы вижу. Я не знаю, как работает чат на телефоне. Да, у нас жарко. Не. Даша все еще привыкла к тому микрофону и такая типа мя-мя-мя-мя-мя. Думает, не слышно. Подожди, я опять не туда иду? А, не, я туда иду вроде. Блин, я скучал по этой игре. Я на самом деле скучал по всему вот этому. Ну, типа, нет на самом деле, потому что в отпуске слишком хорошо, чтобы не хотелось возвращаться. И я Даше предлагал, говорю, давай продлим отпуск. Она такая, нет, там дела еще, вот это вот животные. Я такой, а, животные, понятно. Вот. А так-то без вас хорошо, конечно, чат.
А куда идем? Идем в шатер. Я сейчас просто вспоминаю игру, и мы типа заодно этот. Ага. Я надеюсь, я иду туда. Вроде я иду туда. Обида? Ой, вот это сейчас на обиженных воду возит. Ну скажи, вот чат, что бы ты выбрал? Стримить? Или на море, допустим, лежать? Есть чуть хелу, пить мохитки. Так, ладно, я не Джек Шепард, пить пиво. Ну, нет, это тоже как бы пропаганда. Пить газировку. Вот. Ну, на самом деле, большой отпуск получился, конечно. Так, я иду не туда. Опять не туда. Чат, ты можешь мне писать не туда? Так вот я это точно увижу. Стримить на море. А я думаю, я дурак. Я пытаюсь куда-то положить этот микрофон, чтобы... Ой, нет, телефон, чтобы было видно. Привет, видал тебя в Анапе, не узнал сначала. Приятного отдыха в Анапе, та еще жарень. Да. Вот, подошел бы. К нам многие так подходят. Шаурма топ. А я не люблю шаурму. Ну, типа, я ее люблю. Но... Так, подожди, а где оно? Где-то здесь. То ли вниз, то ли куда. Стример плохо играет, не туда идет, не то делает нра... О, понятно, короче. Я знал, что вы, типа, меня не... Подожди, куда я еду? Что меня подбешивать начнете? Артур, скажи людям, сколько раз мы ходили на лодку. Не скажу. Один раз вчера только ходили. Давай тогда скажем, почему. Даша, у тебя хоть что-нибудь, вот это можно в тайне удержать, нет? Почему, Даша, мы ходили один раз на море? Если ты на море, то ты всем должна говорить: о боже, море, уже надоело море, я искупалась. Потому что кто-то переел и перепил, и поэтому лежали дома, потому что животы болели, и головы болели, и было не до того. Да, Даша? Разве это неправда? Так, вот сюда же надо идти, да? Сегодня я не пошел, потому что я думаю, сегодня погода плохая, сегодня ночью было очень холодно на самом деле. Думаю, постримлю с утра, просыпаюсь, погода хорошая. Вот. Пламя, отыщи его. Ради маэстро, ради нас, мрма. А что, кроме Hollow Knight стримить больше нечего? Нет, нечего. У меня полный компьютер игрушек, у меня еще на Nintendo Switch я купил этот Fire Emblem. А стримить буду Hollow Knight. Да. Сейчас, что мы тут делаем в этом шатре? Ты уже сделал все, что нужно в шатре, нужно надеть амулет. То есть, когда вы мне говорили в шатер, это была неправда? Надень амулет. Ну теперь-то я понял, я не могу его здесь надеть. А тут у нас что? А, тут продают всякие вещи. Да. Запах, ты прячешь от меня что-то хорошее. Подожди. Я же уже нацеплял. Амулет надень в шатер. Я не помню, какой амулет, как он называется. Как называется амулет? Так, компас не нужен. Вот этот, по-моему, да? Мрачное дитя. Носитель должен найти членов трупа и собрать их в пламени, собранное... Так. Я начал 20 часов уже играть в Зельду Breath of the Wild. Господи, это 10 из 10. Аристерк — это одна из лучших игр, которая вообще в принципе есть. Так что да. Так, темное дитя. Ну и давай тогда. Где у нас этот был компас? Давай же нацепим его. Так, и сейчас обратно, да? Здравствуйте, солнышко. Здравствуй, солнышко. Что с микрофоном? Нормальный микрофон. Попробуй обнови звук. Потерька. Тёма подписался. Но я не вижу, как бы, я не хочу выделять никого из подписавшихся, поэтому спасибо всем подписавшимся. А Тёме не спасибо, потому что у нас ссора с ним только что произошла, как бы. Ну ладно, спасибо. Открой глобальную карту. Так, почему мне сказали в шатер вернуться с этим?
А, смотри. Вот эти вот огоньки, да? Еще теперь на карте метки. Так, подожди, а мне... мне в шатре что-то еще нужно? В шатре, чат. Потому что в шатре круто. Да, что да? Шатер после того, как три огонька... О, боже. Я думаю, это будет очень мучительно, вы знаете, потому как вы мне уже, то есть я пока вот добрался до шатра, у меня два раза уже сказали что-то, и это было неправдой. Так, подожди. Показалось? Нет, только когда соберешь... Я думаю, что сейчас я подойду к огонькам, и окажется, что на самом деле нужно было еще с кем-нибудь сначала тут поговорить, а потом уже будет вот это вот, да? Куда я упал? Слушай, оттуда же есть, по-моему, проход нормальный. Кто там подписывается? Спасибо. Почему без вебки? Потому что вебка сломана. Только микрофон хапает. Ну и даже если бы она была включена, я бы все равно на самом деле сейчас не решил себе себя показывать, потому что я сижу в позе зю. Мы уже долго терпели, сейчас оторвемся, рассказывая правду. Окей, я думал, что типа можно с вами поиграть бесконечное лето, пока мы в отпуске. Но теперь не буду. Ладно, хорошо. Раз вы меня обманываете, то не дождетесь. Ой. Буква Зю это да, такая буква алфавита. Так, нам с вами еще дальше. Когда ты такой наглый стал? Я таким был. Я просто стеснялся раньше, может быть, не знаю. Опа. А, я понял. Надо драться. Это что, троллинг происходит? Она меня выбешивает уже прямо сейчас. Понял, я без нее сейчас убьюсь. Слушай, это же чат, реально. Это самый настоящий чат. На, получи. А ну сюда иди. Так. Здесь так странно, я одновременно вижу либо чат, либо игру. Пиши письма. Пламя поглощено. Так, мне еще три штуки таких нужно, да? Угу, один из них в городе слез, второй из них находится... Да не так уж и далеко, на самом деле, от этих пархатых идти. Так, ну, кстати говоря, где я проходил, там оно и было, где мы сегодня стрим начинали. Что-то стрим лагает, это только у меня или у всех так. Легкие потери кадров есть, это лучшее, что я тут могу сделать. Поэтому прошу отнестись с пониманием и пойти смотреть кого-нибудь, у кого не лагает пресс. А что насчет, чтобы поиграть в новеллу Fate Stray? Вы сейчас насоветуете. Пера, паклава. Ты прям не можешь без нас, да? Аж из отпуска стримит. Я дело не в том, что я люблю вас, я люблю стримить. Поэтому я стримлю. Вас я не люблю, вы меня обманываете. Как бы все вполне себе стандартно. Так, подожди, ты куда надо идти? Понизь графические настройки. Да, конечно. Так, город слез. Нам нужно в город слез. Пахлава. Это потому что я... Ой. Не скажу почему. Подожди, куда мне надо? Блин, я забыл. На Дандрагопу есть русский перевод, я бы посмотрел. Ты ее у Коха смотрел, наверное, да? Я так посмотрел, вроде прикольная игра, но я что-то ничего не понял и выключил. Так, город слез. Что это у нас за локация, я не помню. Ща, погодь, будем вспоминать. А, ну вот она, по-моему. Городские склады, понял. Много вообще весело все, что ты взял с собой, связано со стримами. Ну, я взял с собой ноут. Все, как бы. Ноут, телефон. Ну вот вебку еще взял, да мышку. А что тут еще брать?
Я вообще охренею с этого ноута, на самом деле, он как бы тянет вообще все. То есть я тупо Вульф запускал вот сейчас, вот, но я посмотрел его 5 минут, он летает. Метро запускал, оно летает. Типа норм. Ну раз такое дело, может и Ever 17 заценишь. А что такое? Это очередная графическая новелла? Может быть, как-нибудь. Слушай, а они, вот типа, оно все такое бесячее будет, да? Вот тут надо стоять. Тут убиться сложно. Не. Да блин. Так. Чат, я пока ничего не вижу, потому что здесь надо стараться. У меня микрофон в очень нестандартном месте, напомню, находится. И под нестандартным я имею в виду, что он на столе лежит. А я смотрю наверх, понимаете? А не то, что вы подумали, как обычно. До свидания. Ешь. Очень бесячая. Дальше хуже. Жопа разрывающая. А, ну это то, что мне нужно сейчас. Так, осталось еще одно. Нам же сюда вроде? Обратно. Посмотришь игру после отпуска с PlayStation 13, для кого позайдет. Свои предложения можете оставить в Дискорде, там есть тема по играм, и я все проверяю, что там написано. Хотя временами может казаться, что это не так. Но это правда так. Вот, просто я такое вот слово временами бываю. Так, это нам с вами нужно пойти... Как вот эта локация называется? Вот этот рогач. Вот этот вот. Телефон в нестандартном месте, да. Так. Видимо, оно. Не помню. Зеленая тропа. А, ну да. Почему холоу? Потому что я сегодня не настроен особо играть. Я просто во что я уже, типа, на чем, как говорится, собаку съел. Вот, поэтому запустил, просто потому что мне по приколу с вами поболтать, и я соскучился. И вообще, я давно уже мог постримить, но то лень брала свое, то... обстоятельства, но больше лень, конечно. И вот, мне сегодня как минимум нужно настроить все. А там дальше уже вперед с песней. Блик, это какой-то известный стример, оказывается, я на него подписан. Кукушка, когда-нибудь ты меня выбесишь настолько, что я просто, вот, знаешь, приеду домой и скажу, что ты меня бесишь. Так. По-моему, я не туда пришел. Не туда. А, ну да. Так, а это у нас что? А, это. Space Station 13 пойдет для коопа. Не в шестером, а сабами. По-хорошему надо играть, но нужно связываться со знающими людьми. Потому что душная, да, ну короче, это я сейчас даже не посмотрю, просто потому что у меня времени сейчас. Ого. Времени сейчас на это нет. Просадок нет? Какие стримы? Это же на отпуск. Ну, типа, да, как бы мне хочется. У меня есть свободное время, почему бы нет? Если бы я сейчас не стримил, то я тупо смотрел бы телевизор. Почему бы нет? Одно другому же не мешает. Что ты такое? Что вы тут делаете? Да мы общаемся, по сути. Такое. Какие бесячие твари. Салют, говорит. Так. Ах. Я забыл, что я в воде не тону. Ну, типа, в этой игре. О, норм прошел, все такое. Пламя поглощено. Так, три пламя, теперь можно возвращаться, да? Амбар, амбарные тутли. Что происходит? На истинную концовку? Да просто залипаем, господи, просто залипаем в игру. Временами хочется, да?
Его можно бить навстречу, когда он чаржится, но лучше не надо. Да уже мертво, как бы забей. Тёму игнорит. А чё он там пишет? Тёма спрашивает, что она... Я пропустил, что он... Во что я играл на свече в поездке? В поездке я не играл на свече. Я в детстве играл. А, то есть, а это сейчас еще считается поездкой? Да. Я просто, я подумал, что в поездке это типа в поезде. В поезде я смотрел «Благие намерения». Вот, и что мы там еще смотрели? А сейчас я играю в Fire Emblem. Ну, это такая типа JRPG. Я хотел и с вами поиграть, потом понял, что там английский язык, миллиарды часов геймплея, и лучше не надо. Такие дела сегодня никто не смотрит. Ну, конечно, можно поиграть, там, посмотреть, но... Вот, я час наиграл уже, мне очень понравился геймплей. Так у тебя еще два или три таких похода за пламенем. Походу, увлекательное DLC будет. Fortnite. А я бы поиграл в Fortnite, если бы там интернет тянул, я думаю. Или в Apex. Мне не нравится, в отличие от. Я тоже включил три дома, осознал, выключил. А, осознал, что там столько часов жизни нужно убить на эту игру. Три дома — это такая, типа, как Гарри Поттер, только анимешная. Какой дом выбрал? В котором там королева Тян. Вот, потому что я подумал, что ее можно романсить, и в результате мы с ней сделаем шпили-вили. Ну там, типа, по-моему, вообще всех романсить можно. Поэтому я ее купил. Вот, то есть я хожу там и смотрю просто, кого можно романсить. И как тебе три дома? Я говорю, я час наиграл. Ну, не час, я наиграл часа три, наверное. Спасибо всем за сабы. О, я хочу огрести, подожди. А можно мне... Нет, ладно, я не пойду огребать. Эдельгард, да-да-да. Я вообще не помню пока. Я бы на самом деле ее постримил, но я не взял с собой карты захвата, потому что я с собой ничего кроме ноута не брал. И я подумал, вот камлинк, вот этот Эльгата, который у меня есть, который для подключения камеры я использую, он как флешка. И в него по, ну, HDMI включаешь с другой стороны. Я думаю, что он бы вполне себе за обычную карту захвата пошел бы. Так что я тупанул, можно было и взять. Здрасте. Я чувствую тепло. Тепло пламени, собранного вами вместе. Какой виртуозный дебют. Сам воздух дрожит от нетерпения. Милое дитя, какой прекрасный труд. Да возгорит твое пламя еще и... Так, сейчас у меня возгорит в одном месте пламя, я уже чувствую. Великолепно, дитя выросло, теперь то уже не капризный ребенок, а не праздный ребенок, а смертельный соперник. Под стать всем полным опасности землям, где помощь его будет кстати. Не забывая про танец, ведь продолжается он, еще больше алой сущности, разбросанной вокруг нас. Как только дитя вновь наполнится пламенем, возвращайся на сцену, и мы начнем представлять. Так, мне нужно возвращаться, да? Так у меня не сейчас возгорит пламя? Типа мне нужно... Я понял. О боже, так, раз. После отпуска поиграй хотя бы для себя в хоры с одной из лучших игр лета, которая заставит тебя плакать. Я не плачу в играх никогда, так что не выдумываю. Я знаю про Хорос, я смотрел у Элайса где-то, наверное, полчасика и понял, что игра жесткая. А ты мог бы чисто гипотетически постримить в поездке, получил бы ачивку? В поезде. А, в поезде? Получил бы ачивку? Ну там типа интернет пропадает, как только уезжаешь от какого-нибудь населенного пункта. Если минут 10-20, не знаю. Посмотрим, но очень навряд ли. И отличная куча отсылок. Ну посмотрим, может быть, окей. Может быть, я ее из отпуска поиграю. Она, в принципе, весит мало. Потому что тут, ну, интернет на самом деле нормальный, как бы. Я все по традиции говорю, что много качать. Мне вчера прислали ключ на Warhammer Inquisitor Martyr. Ну, а прикольно, такая Diablo-подобная. Помните, я первый взгляд делал, там DLC вышло. Я хотел ее скачать, поиграть, она 70 гигов весит, что-то меня наломало. 15 гигов. Ну, это мало так-то.
Здесь интернет до 80 гигабайт, я не знаю. Я думаю, из-за того, что я просто за две стенки сел. Поэтому у меня... Я тут около окошка сижу. Поэтому у меня интернет тут вот не самый лучший. От роутера, я имею в виду. На новый фильм Тарантино что, пойдешь? Не знаю. Мне нравятся фильмы от Тарантино, но меня всегда прикалывало их дома смотреть. Они такие домашние были, по-моему. Так, я туда иду вообще, нет? Кажись, туда. Проекту только подошел. Летсплей запиши в поезде, играешь как... ну такое на самом деле, не знаю. Летсплей на YouTube, чтобы туда очередной страйк прилетел. Опа. Слушай, это пожестче. Не. Слушай, он за стены прячется, так нечестно. Боже, как они противно ржут. Можно мне босс уже какого-нибудь? Выбешивает, конечно, выбешивает. При этом он сам по себе простой, ты знаешь? Просто стены мешают. Сколько тебя бить нужно? До свидания. А это, по видимости, сабы. А, я понял. Сабы, это похоже на вас? А потом будут модры. Коренастый носаб, чтобы до такого вырасти, нужно докучать Артура на протяжении 3 лет. Да вон, говорят, это сабы. Коренастый саб. Чат, что делаешь? Да, похож. Понял. Отвратительно. Саб равно коренастый нонсаб, понял? Это очень сложный дел. Ну, типа, вы про каждого босса здесь говорили, что он сложный, там и тому подобное. Давай не нагнетай. Так, карта. Нам с вами сейчас нужно пробраться вот сюда. Это не так далеко от вот этого места из долины духов. Мы спустимся вот так, и все будет хорошо. Важный вопрос. Ты читал Евгения Онегина? Я не могу найти у нас беседки собеседников. Я читал. Да, Таня? Ты же помнишь? Он врет. В смысле врет? Я читал как бы, Даша. У нас никто не читал, только ты и Таня читаешь. Вот видите, как меня жена ценит? Просто дело в том, что у нас только с Таней интеллектуальные беседы получаются, как правило. Вот, остальные все там, вот это вот. Я, кстати говоря, мне пару дней назад было скучно, поэтому я посмотрел где-то часика два нашего стрима по этому самому, как его, уже отупел, по гирям. Вот, тогда стало хорошо. Другой DLC щупать будешь? Давай сначала это хоть немного пощупаем. О, специально для чата, надо сказать, наверх. Это единственный босс, которого я так не смог пройти. Окей. А, в Дримляндии? Я попью пока она. Все, чё, ты доволен? Боже, вот Даша окно закрыла и стало так жарко, просто пипец. Боже, это музыка. Смотрю тебя с другого конца света, с родины Фрода. У нас почти полночь, спасибо. Шира, в смысле? Прикольно.
Или с Новой Зеландии. Чат доволен, хорошо. Что с микрофоном? Микрофон, свет, камера. То есть у меня не было возможности взять нормальный микрофон, поэтому, ну, в общем, я вот это вот настроил, но он далеко не самый лучший, я просто настроил как мог. Вот, потому что я понимал, что типа в отпуске временами захочется с вами поболтать, там, постримить и тому подобное. Понимаешь, о чем я? Вот. Об этом я и говорю. Что с вебкой? С вебкой все хорошо. Что не так с вебкой? Нужно прописать слэш-кэм, и все будет нормально. Просто, возможно, у тебя не тот шрифт английский стоит, ты погугли. До свидания, короче, будешь меня бесить, тут уже выбесил по-жесткому. Иду, сгоревший с пляжа, а тут стрим. А я вот сегодня на пляже не был. Чё-то ты был этим летом на отпуске? Или зимой, допустим? Так, куда я иду? А собираешься? Нет, не был. Нет. А собираешься? В отпуске клёво. Был, чуть не сдох. Клёвый отпуск. Норм. О, сейчас вы услышите кондёр. Прощай, короче, звук. Сейчас он потише будет. Хорошо. О. Вас обдувает чат? У меня все лето отпуск. Клёво. Все, он потише стал. Какие отпуска, мы сидим, ждем, боимся стрим пропустить. А, ну это очень мило, но это неправда, я же знаю, ты меня обманываешь. Поэтому лучше отдохни. В отпуске на погода полная дичь. Вот, это самое прикольное. Типа ждешь год отпуска такой, а потом это самое. Хорошо. Так, как мне туда попасть сейчас? По-моему, через вокзал Короля быстрее всего будет. Почти не слышно кондёра. Зато сейчас у меня живот проурчал, наверное, слышали все. Хай там Даша подкомментирует иногда. Что? Подкорректирует, ты хотел написать? Так это живот был. В Тунисе был в эконом-классе, было упорото. Прикольно, конечно. Так, это я зря сделал. Эту игру, на самом деле, так туго вспоминать. Так туго, чат. А запись будет? Будет, чё не будет. Только надо будет удалить сначала все вот эти запуски. Когда я пытался запустить, ну, стрим там, без потерь кадров. Слушай, он за мной же пойдет? Пошли на дно. О, отбил. А говорили сложно. Надо просто уметь тащить. Да, я скромный сегодня. Потащил. Слушайте, а Хорос, он на сколько часов? Скажите мне. До свидания. На выезде надо персону стримить. Хорошо, когда научишь меня, как на ПК запустить ее нормально. А не через ваш эмулятор. Вот это вот. Над вокзалом Короля, если попрыгать, отталкиваясь мечом, будет секретка. Мы там ее взяли, да. Ты думаешь, чат мне не подсказал бы? О, как хорошо, прохладно. Будет ли Даша стримить? Даша, ты будешь стримить? Нет. А чё? Даша не хочет стримить. Даша не любит своих сабов. Слушай, она летает и такая постреливает, смотри, прикольно. Я до последнего надеялся, что вы в Сочи поедете на отдых. Ну, когда-нибудь и в Сочи поедем.
всему свое время. Спасибо всем, кто сабается или сабается. Я вас не вижу, к сожалению, потому что у меня сейчас один монитор, и на нем я играю. А в чатик я все время смотреть не могу, но типа я всех люблю. Кроме тех, кого не люблю. Ездили с родственниками в Сочи, чилили в квартире на 20 этаже. Мне как фотографу такой кайф был, особенно ночью. О, клево. Так, слушайте, а я все собрал или еще где-то есть? А, не, вот еще. А, не, это не то. Мне сейчас можно обратно в шатер? Не сильно греется ноутбук? Ноутбук греется не сильно, но... ты же понимаешь, чтобы охладить i7 и 280, хоть она и урезанная, конечно, нужно очень жесткое охлаждение. Поэтому, когда он начинает в игровом режиме, он шумит так, как пылесос. Вот. На амулете написано. О, боже. Нет, просто сказать. Да, нет, вот это вот. Амулет. Носитель должен найти членов трупы, собрать их пламя. Несобранное пламя будет отмечено на карте. Но я вроде не вижу больше. Как вам подарить подарок? Передать подарки собственного огорода? Калифа вообще никак, скорее всего. Потому что наша почта может вести очень долго, и потом мы... Ну, мы-то очень быстро открываем. Но этот... Все-таки может попортиться. У меня там 3 посылки лежит. Ну, довольно долго. Месяца 3 уже где-то, наверное. Вот. Так что лучше скушай, думая о чем-нибудь хорошем. Прям сильно шумит? Прям очень сильно шумит. Тут еще можно турборежим включить. И тогда да. Ну, то есть оно прям охренеть как сильно шумит. Но в ноут, я думаю, ты, как правило, играешь в наушниках, поэтому тебе не слышно. Но вообще, да, шумит, как и все ноуты. Огород, интересно, какой? Интересно. Прекрасно, прекрасно. Мое дитё здесь, и самое время начать. А ну, давай. Какое жгучее пламя, с ним ритуал обречен на успех. Ну, ты попал. Ну, посмотрим. Я хочу, чтобы меня сегодня этот помучили немного. Чтобы далеко не уходить и траить. Станцуй со мной, мой друг. Нас публика желает лицезреть. Докажи, что ты достоин главной роли. Ты там это не кричи. Так. Ага. Керася. Любопытно. Понял. Это может быть болезненно. Что-то прям... Чё ж ты... Блин, не туда встал. Я понял, я понял. Я все еще понял. Понял. Да, блин, просто запутался. Ляж. Так, ну я понимал, что это только первая фаза. Оба, это что-то новое. Я труп? Блин, он теперь наверх летает. Ну, ты знаешь, видишь, я, в принципе, недолго так мучился, так что я думаю, в следующий раз буду еще меньше мучиться. Не бей его во время поклона. Давай ты не будешь вот это вот подсказывать мне, хорошо? Теперь вот я знаю, что нельзя бить во время поклона, и ты облегчил мне жизнь.
Так, мне на самом деле нужно амулеты нормальные поставить, какую-нибудь вонючку и тому подобное. Не, блин, я все равно машинально ударил. Да, блин. Я ударом оттолкнул себя. Да, блин. Так, ну я думаю, в сонной форме он тут вообще просто творит дичь, да? Решил попробовать. Не, отбивать его тут не самая лучшая идея. Так. Подожди, это вторая фаза началась? Чего он, типа, начал другой мувсет делать? Лежать. Вот это меня постоянно ловит. Ясно. Так. А, он типа выбирает, куда он двинет, я понял. Блядь. Сам поймался опять. Так, ну, давайте попробуем не бить его, когда он кланяется. Шикарная музыка на рингтоне стоит. Не знаю, тут, по-моему, получше музыка есть. Но неплохая. Сложный босс? Ну, такой, ты знаешь. Да, я знаю, что Лори вышла нарезка, но я пока не могу посмотреть, потому что, ну... Не могу пока. Это окошко открывать, оно что-то там сложное. Я забыл, как это делается. Блин, амулеты забыл поставить опять. Отбить, но и слишком сложно парировать на самом деле. Чувак, ты не сломался, там одно и то же делать. В принципе, все не так плохо на самом деле. Ко второй фазе немного привыкнуть, он там порезче становится. Жалко, что когда его бьешь, тебя как бы откидывает. Блин, врезался лбом. Спасибо за саб. Во второй фазе он просто может оттормаживаться и действовать там. Ну, то есть по несколько ударов сразу делать, а может по одному, допустим. И четко-то... Что? Я ничего не слышу, Даша. Тут орёт. Я труп. Что? Что двойка? Ты что, реально не слышишь? Ну да, у меня тут типа наушники, Даша. Ну ты же сейчас снял наушники, ты сколько потерь? Я не знаю, сейчас посмотрю. Сейчас нисколько, но 11% максимум. А мы отлично слышим. Ну, типа, обоссаться. Так, сейчас, чат. Мне нужно поставить амулеты. Сердце пустоты. Так, я уже забыл, какие что, поэтому... А, вот это мне по-любому нужен же, да? Ага, я думаю, да, без него, я думаю, никак. Так, нерушимая сила, больше силы.
Это у нас что? Была спрятана на 3. Этот нам никак не снять. То есть у нас, по сути, 4 ячейки. Вот. Что пей? Я только что пил чат. Сейчас я буду вспоминать. Так, щит грез. Это неплохая тема, на самом деле. Повелитель грез. Песнь ткача. Давай попробуем пока вот так. Что бы еще? Песнь ткача. Так, ареал мастера гвоздя увеличивает мастерство владения техникой, позволяя... Во-во-во-во. Вот это может, в принципе, неплохо протащить. Вонь надо? Да пока не надо никакой вони. Вонь просто битрейт, а я его так понизил сейчас до 4. Не то поставил. Ну, конечно, конечно. Так, а ну, иди сюда, мудила. Как тебе такое? Блин, я думал, он в эту сторону не сможет качнуться. Что-то я плохо начал, признаться честно. Не знаю, зачем я это делал. Почему я стал ловиться на эту штуку? Она же, в принципе, элементарная. Чат отпевает и ГГ. Даже если я, типа, не буду самым бомбом врезаться. Так, это была плохая попытка, что-то вообще. А где отдыхаешь сейчас? Я в Анапе, географически. Но мысленно, конечно же, с вами, чат. Меньше, чем 3. Зонтик отвлекает? Да нет, я бы не сказал, что он меня сильно отвлекает. Просто он не то чтобы очень полезен, по-моему. Поставь на инвенк, игра проседает иногда. Инвенка стоит. Давай. О, почалось вот это сразу. Да блин, я думал, не достанешь. Ну, алло. Не успел допрыгнуть. Так, норм тема. Да я не успеваю, просто тут надо именно рваться вперед. И именно в нужный момент. Вот она в чем тема. Ты знаешь, сегодня вот именно тот день, когда мне очень заходит, когда меня избивают. Я знаю, это странно звучит, но это норм. Норм тема. Хапнул слегка. Быстрый скотина. Догнал. Все, чат отпивай. Не пробовал, должно быть терпимо. Так, не хотите ли поиграть в Oblivion или первый DS? Да сейчас типа пойдет уже как бы игропад с августа, с где-то второй половины. А в первой половине я буду в отпуске. Вот, так что... Если заходят, попроси Дашу плетку взять. Иксбер, ты такой остроумный сегодня, ты знаешь? Головой упал, что ли, или что? У тебя все хорошо? Подожди. Облик ум. Подожди, вместо щита можно поставить, допустим, плавающее чрево. Нет, это не то. Быстрый фокус, возможно. Оживительное сердце, благословение Джонни. Ярость павшего. Зачем ты прыгаешь при атаке, когда он в воздухе? Хочу, потому что так надо. Быстрый удар лучше. Да я думаю тоже, но типа я вспоминаю потихоньку. Так, длинный гвоздь, быстрый удар. Не, наверное, норм тема так-то. Наверное, норм.
То же самое главное, это типа ДПС в этом бою. Нужно подскочить, нанести максимум удара, а потом огрести. Интересно, а если я убью, когда он кланяется, это типа просто неэтично или он как-то сильнее становится? Ты чё взбеленился-то, окаянный? Нормально у тебя там все? Что-то я слишком быстро двигаюсь, я не могу к этому привыкнуть. Первый удар, господи, что с тобой стал? Так, тут я знал, что он меня подловит. Так. Слушай, ну это прикольный босс, он реально симпатичный. Дорого-богато выглядит. Лежать. А сейчас начнется веселуха. Да, блин. Я даже не успел его ударить, ты посмотри. Так, ну вроде успел цепануть. Я же прыгал? Так, это какая-то лажа пошла. Я застрял, короче, в решетке. Понял. Все, отпивай. Да, блин, я же его... Ох, не успел вниз. Ну, типа, не так сложно, на самом деле. Ты знаешь, к мувсету привыкнуть просто. Ты самый лучший мана от дамага. Ну, смотри, у меня просто не лезет здесь. Смотри, видишь? У меня вот этот жирает 2, и вот этот отжирает. То есть, по сути, мне, в принципе, как бы, мана от удара она могла бы помочь, но, наверное, все-таки нет. У меня медаль мастера. Зачем? Зачем? Спасибо всем за сабы. Мана от удара может быть, но тут, типа, прикол не в том, я просто, когда его бью, мне достаточно маны дается на то, чтобы все было хорошо. Замени еще орел мастера гвоздя на песень гусенич. Давай сейчас вот еще попробуем, а там посмотрим. Надо просто не спешить и молчать. И отвлекаться на чат. Чат виноват. А если ему поклониться, то может быть вообще будет какой-нибудь этот... Да камон, типа спамить одним ударом, это такое. Я опять застреваю там, типа я не могу подпрыгнуть достаточно высоко. Рип. Что-то мне не повезло как-то. Да блин, опять... Ох. Так, хилимся. Почему ты, когда его бьешь, типа больнее становится тебе? Опять я в этом месте стою. Блин.
Рип. Да блин, это так было тупо. Ясно. Так, ну я уже постепенно его разбираю, как бы уже все не так страшно. Задал вопрос, потому что хочу поиграть в Катана Зиро на фоне слыша. Окей. Он начинает бой, если ты его ударишь в начале с неприятной атаки фаерболами. Не знаю, по мне так они самые легкие. Но я понял. Посоветую, но ты меня не слушай. Амулет на быстрый фокус и твердое тело и сильный удар. Я так побеждал. Да нет, я уже, в принципе, как бы просчитал его. Просто я спешу, поэтому я лажаю. И я постоянно уворачиваюсь там, он в ворота потолком головой застреваю. Жду ли я Blair Witch? Не знаю, я типа не очень сильно уверен в разработчиках, потому что они, разработчики хоррора Blair Witch, сделали Lairs of Fear. А как вы знаете, я считаю Lairs of Fear 2 это сон. Особо пьяные собаки. Такая срань, который, в принципе, еще никогда не было, и лучше пусть никогда не будет. Но они же сделали Observation, как бы, поэтому, ну, хз. Давай сюда. Так. Обидно было. Постоянно от него укатываюсь. Понял, туп. Туп вдвойне. Втройне. Столько ошибок за раз. Непростительно, конечно. Не, Амазон реально крутой. Интересно, а там есть какое-нибудь силовое место, где можно под ним стоять? Слушай, он теперь до края экрана летает. Да, в обе стороны причем. Лежает сучонок. Я думал, три фазы будет. Не такой уж и страшный. Ну, я думаю, что... Подожди. Я думаю, что когда этот в сонной форме убить, там будет гораздо жестче все. Браво, мой друг. Слышишь, как тебе рукоплещет зал? Давно они не видели такого представления. Да. Что, опять собирать? Посмотри же, как выросло и возмужало дитя, вскормленное жаром нашего неистового танца. Пророчу вам двоим великое будущее. Пророчу вам двоим великое будущее. Так много эпосов и трагедий. Что ж, наш ритуал подходит к концу. В алом свете факелов ты уже видишь дорогу, по которой проведет тебя пламя. Будешь ли ты собирать его дальше? Чат, да, нет? Наш алый взор будет пристально следить за тобой, друг. А теперь вперед, мой друг, ступай во тьму, разыщи последние уголья... Уголья? Уголья или уголья? В пепле этого королевства, а затем возвращайся, и мы закончим наш танец.
Ладно, конечно, так, достижение, великое представление. Кстати, а вы видите, оверлей Стима получено достижение, великое представление? Нет? Так, ячейка амулета. О, топ. Угли. Уголья. Уголья. А, типа уголья? Нет, не видите? Уголья. Понял, сейчас. Зачем я вообще спрашивал? Это секретный стрим. Это не особо секретный, я как бы анонс дал в группе и в Твиттере. И обещал, что я буду из отпуска стримить. Просто немного долго как-то получилось до первого стрима. С другой стороны, вот только сейчас я начал скучать. Угли. Что? Мы видим, что ты на билет... Серьезно? Там... Так, сек... Лол. А-а-а. Ну, я типа глуховат уже, возраст не тот. Лол, смешно. Да, это на билеты обратно. Если я задать, мы не вернем. Все уже выключено. Он не скучал, скучал. Ну, на отпуск. Не, мы будем, короче, как приедем, будем собирать на билеты Тёме. Если он еще не собрал, конечно. Но я думаю, что в любом случае это типа очень по деньгам такое. Ты рассказывал? Да, я рассказал в начале стрима. Кто только подошел, да, к нам на Dark Medan подъедет Тёма с Таней. Из Харькова прямиком в Уфу. Вы понимаете, что это достаточно дорогое мероприятие. Но мы уже слишком давно должны были встретиться и вообще как бы вот это вот все. Вы понимаете? Да, поэтому покчампы в чат. Можно на 2 недели к нам приехать. На 2 недели. Угу. На удивление интернет хороший. Сейчас, ну типа я как бы нахожусь дома у мамы, у тещи. Вот, поэтому, да. Ну короче, мы ей не чисто из-за Dark Medan встречаемся, но просто это прекрасный повод. Мы в зале усядемся на диванчике, будем на проекторе играть вчетвером. Там локальный кооп на 5-х, по-моему, но мы вчетвером будем. Скажи, чат. Вот так вот-то, вот-то. Такие дела. Тёма пишет, забухать. Да этому лишь бы забухать. Я вообще про такое даже ни разу не говорил. Типа что надо... Подожди Тёма, там. Я составлю тебе компанию. Этот не будет, а я буду. Ага, я просто вчера написал Тёме список, напиши того, что ты пьешь. Он так и не написал. Видимо, пьет все. Значит, будем баловаться денатуратом. Все как обычно. Так... И стекло мой, в принципе, тоже зайдет. Так, польская деревня. Далекая деревня, а не польская. Вот, польская деревня, ясно все. Дима с Евой? Да, я думаю, нет. Ну, типа, мы как бы все равно к ним в любое время приедем еще. Но в этот раз вот нет. Ты знаешь, когда кто-нибудь приезжает, я вот просто ожидал этого, что когда кто-нибудь приедет... Спросят, как это когда мы в DZ играли с Джеком? А почему того не позвал? А почему этого не позвал? Вот и тут то же самое. А почему, типа, если вот эти приедут, вот эти не приедут? А вот эти не... Вы что, поссорились? Или вы ЧС... О, понятно. Но это... Им нужно было знать, с кем они связываются. Отвратительно. Ну и мразь же ты, и тому подобное. Вот это больной ублюдок. Понимаете? Как бы, ну вот сейчас вот приедет Тём и Станя. У них есть возможность. Это же круто. Так, короче, сейчас цепляем, триггерим эту тварь и сразу же падаем вниз. А где он, кстати говоря? Шо там? Так вы поссорились, да? Потому что не резиновая рука, Бабала, Гено. Брум? Ты все же здесь. Я собрал алое пламя в этом мертвом королевстве, ты можешь взять его и отдать маэстро для его последнего выступления. Ритуал снова вершит все за нас, мы вместе, словно ноты в очень старой песне, ты и я. Мрма. Польская деревня, да. Угу. Даже это дитя с рождения заковано в невидимой цепи. Мрма. Мы служим, и так было всегда, да? Возьми это пламя, ведь за ним ты здесь. Спасибо, конечно. Но лучше бы дал борща. Дело сделано, и все же.
Не просто так встретились мы здесь, в этом темном далеком месте, спрятанном от алого взора моего маэстро. Это не просто удача. Песнь без конца, не песнь вовсе. Ты помогаешь ритуалу, но чую я, что у тебя нет своего маэстро. Так ли это? У меня есть свой маэстро, алло. Тогда, возможно, вместе мы сможем изгнать из королевства это взбешенное пламя и вернуть покой этим землям. Коль ты желаешь прервать... Я еще читаю такое и думаю, какой Коля? Коль... Ты желаешь прервать нескончаемую цепь? Встреть меня там, где было и начало. Вы не перебьете друг друга в 4D. Я думаю, что в легонькую. Но ежели хочешь продолжить, покуда будешь выполнять его без сожаления, я не буду сердит на тебя. Да, мы лишь сосуды для пламени, но были ли мы всегда пусты? Блин, какая в игре крутая рисовка. Тут еще такой экран, просто топище вообще, как бы, все такое цветастое. Прошу прощения за личный вопрос, можешь не отвечать, но очень интересно, как относятся твои и Дашины родители к тому, что вы зарабатываете, играя в игры. Ну, типа, как бы нормально относятся, что в этом такого? Не знаю, у меня родители просто знали с детства, что я ушибленный по играм. Поэтому всегда с пониманием относились к моим увлечениям. Говорили... Вот сволочь, дома сидишь, жену не найдешь, работу не найдешь, играешь в свои сраные игры. А теперь, типа, моя работа игры, и жена у меня тоже этим занимается. И, блин, я не знаю, что им теперь говорить. Ладно, это шутка, конечно. Вот. Это, конечно, вся шутка. А то вдруг они смотрят. Ага. Так, слышь, как мне туда попасть? Поблизости... Боже, эти противные звуки. Он такой взял и нашел. И мама с папой по кчам, да-да-да. Так, подожди. Деревня Богомоловых. О, это же отвратное место. О. Так, ну типа мне походу надо в вокзал королевы. Оттуда аж пиндрюкать сюда. Жестко. Но там в принципе драться со мной не будут, так что ок. Через деревню Богомолов ответвление... Ну вот, я и говорю, да, я же говорю. Подожди, а вокзал королевы или сады королевы? Я забыл уже. Туда снизу не попасть, только сверху. Ну разберем, сейчас будем смотреть. Вон, где деревня Богомолов, там у нас не следовано. Сейчас как раз пойдем и посмотрим заодно. Так, нам нужно право, 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 вниз... А будет как в старых прохождениях? Пока-пока-пока. Нет, не будет. Знаешь почему? Потому что я не могу этого выговорить больше. И я не знаю, как у меня сейчас получилось. Так, а куда мне идти? Так. Артур уже не тот. Да, Артур уже не торт. Только что выговорил. Это типа вам показалось. Так, грибные пустоши. Вот, блин. Слушайте, вот, блин. Я лучше не буду здесь материться, ладно? Но я вообще все забыл. Так, вот здесь мы сейчас с вами спускаемся вниз. Верно? Верно. Угу. Пойдем. Мне надо было поставить себе компас, потому что иначе я... Реально сейчас потеряюсь. Так, а ну-ка. О, это же тот самый, которого типа сложно было найти. Я его нашел, да? Вот этого грибного чувака. Порабощаю червы у мужиков, от мертвых королевств освобождая оков. Гриб. Это типа какой-то редкий NPC? Ага, он только его 5 раз найти надо. А, ну я первый раз нашел, хотя типа игру прошел по сути на 95%. Хотя панцири с крылами погребены, господин Гриб вернется из... понял. Не знаю, да, наверное это шумит, но вот на заднем фоне, если вы слышите гул, как когда я говорю. Но это не... Куда я иду?
Куда ли я иду? Вроде туда. Я один про ужиков услышал. Что? Так, подожди. Если мы сейчас здесь, то если мы подумаем сейчас, то мы с вами окажемся... Чат, влево или вправо? Грибной амулет нужен, чтобы с ним поговорить. Но у меня сейчас нет грибного амулета. По-моему, я правильно иду. Как сложно без чата все-таки на стриме. Я не понимаю, зачем стримить вообще, если тебе чат не видно. Люди говорили, что типа в чат не смотрят. Ну скучно же. Скучно без чата. Поэтому приходится смотреть вообще в другую сторону. Слышь, получается, смотри. Типа... Богомолы, они как бы мне кланяются и почитают меня за своего, но в результате со мной мудила маленькая, да? Которая их трогает, и потом они начинают агриться на меня. Ну ок. Влево, алло. Так, подожди. Так на телефоне? Ну да, у меня на телефоне. И, кстати говоря, очень долго живет телефон. Да не стреляйте по ним, алло. Можно оверлей чата вывести в настройках Streamlabs. Ну, типа, можно. Но это же такое. А ну, что ты так не сделаешь? Удобно. А куда его вывести? Ну, вот открой сверни. Вот так и играй. В смысле, как вот, вот так? Вот это сверни. Вот это. У тебя игра станет большой. Так смотри, у меня игра не управляется, когда она свернута. Ага. Вот. Ну тогда не знаю. Samsung? Нет, ну, не Samsung. Я фотку сделала, кстати. Asus. Как у меня все Asus. Сидишь? Ты сделала фотку? Как ты сидишь? А ну-ка покажи. Компромат. Вот эту фотку потом по окончании стрима мы выложим в Twitter. Да. Вы бы видели чат. Эти нечеловеческие условия. Так, куда идти? Так, я сейчас нахожусь. Надо было хотя бы себе этот поставить. Если я правильно помню, то надо решить прыжковую головоломку. Может, все-таки компас. Сейчас, подожди, мне просто нужно понять, где я вообще. И если я вот так вот постоянно отвлекаюсь, то это точно типа не станет легче. Так, сейчас мы дойдем до скамейки. Где тут скамейка? Вот я прошел. Деревня Богомол. Вот это она, что ли? Мы здесь? Я что-то вообще забыл. Я тут так давно не был. Так, вот скамейка в деревне Богомолов. Выведи чат на экран игры. Так, типа, как-то можно это сделать? Я не помню как. Да и надо ли оно сейчас? Пока вы играли... Что? А, там, типа, рекламируется этот, как его, лучший магазин под названием Epic Game Store. Так, как этот оверлей вообще можно включать? Поставь уже компас, алло. Так, да, кстати, почему... Все, короче, не отвлекайся сейчас. Просто сейчас сделаем вот эту вещь. Вместо мастера гвоздя ставим компас, и все. Ориентируемся на местности сразу прекрасно. Как я здесь, мать его, оказался. Хера себе. Серьезно, как я тут... Как? Окей, ладно, пойдем. Пойдем обратно. Реклама Asus пропала. В смысле пропала? Куда она пропала? У вас в левой части экрана появляется реклама Asus AMD? Да? Ну все тогда. Чат, если что-то там это, то вы мне сразу говорите. Я понимаю, что вы рекламу не любите, но это же моя зарплата. Нет. У меня нет. Так, хорошо. А почему? А ну-ка. Вот так. Тут у нас что? Вот тут она есть. А тут? И тут она есть. Что ты выдумываешь, чат?
Только что была. Она пропадает. Я не хочу, чтобы она все время на экране висела. Она сменяется циклически. Чат, короче, блин. Че пугаешь? Долго еще будет отпускной стрим? Не знаю. У меня на самом деле уже спина болит, потому что я без спинки сижу, как этот. Но типа. Кого он стреляет? А, если он стреляет, они не агрятся, смотри. То ли сюда надо. Вообще не помню. Боже, заблудился просто как этот. Так, ну, мы можем отсюда спуститься, но сказали, что подъем туда только сверху. Ладно, значит, идем обратно. Старикан. Сам посиди в такой позе, алло. Вот это вот старикан. Да, может быть, и чё? Тебе что, от этого хуже, менее комфортно? Так, а сейчас я нахожусь там, где надо. Когда будет путь боли? А я бы, кстати, сегодня сходил на путь боли, но что-то как-то... тут пока что свой путь боли, походу, будет. Так, и вот мы попали в место, где мы еще не были. Гребница. Угу. Вот, видно, что не были, потому что здесь лут. А так мы весь лут собрали. Так, это что за хрень? А, это этот... Завались. Подожди, может быть, их не бить? Они так-то все вроде не особо агрессивны. А, я понял. Хорошо. Куда тебе путь боли с болью в спине-то? Я не сказал, что у меня боль в спине. Я сказал, что просто спина устала сидеть вот так. Или сказал? Ой, забей. Это как нонсабы. Во, нам сюда, по-моему. Видел интерактивное кинцо She Sees Red. Вроде как да. Оно новое или старое? Если новое, то нет. Если старое, то да. Туда ли я иду? Вроде туда. Такое ощущение, что здесь надо снизу вверх подниматься. Что я тут вообще делаю? У тебя и так путь боли, ты же стример. Что тебе надо от меня? Что ты довязался? У меня за окошком ливень, а у меня жара. Прям такая, ты знаешь, курортная жара. Угу. То у меня умеренная погода, у нас холод. Напишите, у кого сколько градусов, и рядом припишите город, потому что иначе это будет непонятно абсолютно. Так, надо похилиться уже, по-моему. Понятно, что я для этого места перекачан. Но все же. Так. Уфа плюс 20 ливней, Сибирь плюс 300, понятно. Воронеж плюс 15, Москва минус 15, ага. Минус 15, конечно, или это тире было? Не совсем понятно, куда именно я иду и правильно ли, но вроде как куда-то... А, во, я пришел. Давай подхилюсь сначала. О, это должен быть особо бесящий. Ого. Так, пока не страшно. На самом деле страшно. А можно я пойду? Можно? А у меня так далеко находится... А чё вы не сказали, что он конченый, чат? Он такой конченый. Так, это мне надо подняться через деревню. Ясно. Ладно, сейчас будет спидран. По-быстрому все сделаем, смотри. А это кто? Это получается модератор?
Ну, по вашей мифологии вот этой. Он конченый. Ну, теперь-то да. Теперь-то полезная инфа. Можно? Не надо, пожалуйста. Чат, можешь просто секундомером стоять, настолько все быстро будет. По мифологии, да. Это тот, кто с основания канала на YouTube. О, жестко. Так, нам же сюда. Я опять путь забыл. Но это все еще спидран. Нет, нам не сюда. Телепорт поставь. Да походу надо будет. О, господи, я начинаю спешить, и вот эта срань начинает происходить. Что да? То ли сюда куда-то. Как я шел только что? Ведь только что шел. Туда-туда, только наверх. Подожди, а как я в прошлый раз не видел этот срез? Как-то сложно, со смыслом, понимаешь? Подгрузки. F. Подожди, что, подгрузки начались? А ну-ка. Ну, у меня вроде кадры новые не теряют. А, не, вон, пошло. Пошло теряется немного кадров. Фрезы. Ты ничего не смотришь? Я ага. Ну, ты через телефон, там, у тебя Wi-Fi выключен? А, я понял. Так, ну, типа, оно что-то растет. Растет. Разлагало, да нет, идет еще вроде. Я рад, что мне вернули 2005 год. Ну, может быть. Так, а что там опять пошло такое? Отвисло. Умерло. Но оно теряет где-то по 10%. Инет устал, слегка зависает. Ну слегка, это как бы слегка. Главное, что у вас подлаги, подгрузы. Жесткие подгрузки. Подгрузки. Угу. Ну сейчас-то я не буду этого делать. Каждые 5 сек подгрузки. Сейчас, знаешь, что сделаем? Давай на сегодня закончим. И в ближайшие дни я еще устрою стримчик. Только уже из другого места попробую. Вот, потому что сейчас у меня уже 15% подгрузки, они увеличиваются. Вот, и я вижу, что да, у меня где-то по 200 кадров за секунду теряется. Вот, ну я как раз пойду там полежу. Самое главное, что я вышел с вами на связь, я уже как бы поговорил. Да? Вот, мы с вами пообщались на всякие темы. А потом можно будет попробовать еще из нового места. Нет, не прошло чат, оно как бы и сейчас растет. Сейчас уже теряется по где-то 600 кадров, оно будет только увеличиваться. Вот, поэтому давай лучше я что-нибудь попробую еще поднастроить. Это сегодня был первый тестовый стрим. Вот, да, нет, опять пошло, ага. Так что такое, короче говоря, на самом деле. Поэтому я буду еще тестить, был очень рад сегодня вас увидеть. И да, попробую поближе к Wi-Fi роутеру вот это вот. Хотя оно вот подключен проводом к роутеру или по Wi-Fi? Подключи проводом. Вот я попробую всякое вот такое. Ну, короче, да, что-то оно подрастает. Теперь 13%, очень серьезно скачет, оно не прекращается. Короче, подгрузочки, всех люблю, но было прикольно сегодня побегать, завтра еще, ой, не завтра, ну, когда там получится в следующий раз постримить, стримы будут короткие, вот такие вот, наверное, но, типа, пообщаемся еще, поболтаем на всякие темы и всякое такое,
Вот. Не грусти, чат, ну что ты там вот это вот? Так интересней? Ну, я не знаю, тебе интереснее, а мне постоянно мудиться сидеть, вон оно опять растет. Так что, как бы, ладно, чат. В общем, всех любим. Увидимся в ближайшее время. Вышли на связь, отметились. И сейчас я в Твиттер выложу. Даша, ты можешь мне прислать этот, как его, ВКонтакте фоточку? Я сейчас в Твиттер выложу чат. Сейчас пойдешь в Твиттер и лайкнешь, посмотришь, каких я условиях сидел. Окей. Хорошо. Сейчас, только я сначала увижу кое-что. Все норм будет. Так мало, ну ничего, блин, я в отпуске. Вообще мог не выходить, как балу. Приятного отдыха. Да, вечерком сегодня сходим еще там погуляем по набережной, всякое такое. У меня фрезов пока нет. У тебя не может их не быть, потому что они у меня есть. Как бы это из источника, если фрезы идут, то вот такое. Ты пришлешь? Ну, у меня вообще-то не твой телефон. Хорошо, сейчас ждем. Чат, я сейчас, короче, пришлю вам ссылку. Вот. Попустила же? Нет, не попустила, чат. Я все знаю. Называется «Отправил». Ага, так, вот у меня есть фоточка, какой кошмар. Вот, так, сейчас я ее сохраню. Сохранить. Сейчас выложу в Твиттер. Так, чат, ждем. Спасибо всем за сабы, короче говоря. Я очень признателен, но, к сожалению, сегодня не видел, потому что один у меня как бы мониторчик. Я видел только чат. И да, я выложил все, поэтому сейчас скину вам ссылку. В общем, только сначала мне кое-что еще нужно сделать. А как это тут сделать? А, так я не смогу сейчас пустить полосу подписчиков. Понял. Так, тогда просто иду в Твиттер. Арты не знаю, когда арты будем смотреть, опять же, по вот этой вышеназванной причине. Ого, у меня тут щеки. Фига себе. Так, сейчас я вам все скину. Так, вставили. Пойдите лайкните, чего вы. Ну, камон. Прикольно же. Вот так вот я сейчас сидел, короче говоря. Но мне было прикольно. Вот, поспамил маленько. Все, гайс, всем пока, короче. Всех люблю. Увидимся. Было прикольно сегодня. Было приятно с вами услышаться. Вот, давайте. Пока-пока-пока.